Приветствую, дорогие друзья! С вами Кайстример, и мы возвращаемся в Planet Crafter. Долгожданная обнова 0.7. На данный момент доступна лишь бета-версия данной обновы, поэтому для тех, кто не знает, как получить доступ, рассказываю. Открывайте Steam, библиотека, в левой части будет список ваших игр, правой клавишей мыши свойства, откроется новое окно, там необходимо выбрать вкладку бета-версия, затем кликнуть по полю бета-версия, и будет предложен один единственный вариант – Development Branch. Выбирайте эту опцию, после этого приложение обновляется, и можно запускать и наслаждаться версией 0.7. Погнали смотреть обнову. Как вы поняли из превьюшки, сегодня речь пойдет про этап рыбы. Но обо всем по порядку. В игру добавили несколько новых объектов. И первый объект, который мы с вами посмотрим, это станция для дронов. Разработчики говорят, что дроны должны облегчить логистику. И задача дронов перетаскивать ресурсы оттуда, где они есть, туда, где они нужны. Для постройки дронов нам потребуется 4 компонента. Осмевый жезл, термоядерный энергетический элемент, стержень суперсплава и микросхемы. Если первые 3 компонента нам знакомы, то что такое микросхема, нам не знакомо. Это новый предмет. Получить микросхему можно 2 способами. Первый способ – это разбор серверов на космических кораблях. А второй способ – это производство микросхем. Может показаться, что разбор серверов на космических кораблях – это более простой способ. Но вполне возможно, вы ошибаетесь. Все дело в том, что разобрать сервер обычным микрочипом разборка не получится. Нужен новый микрочип. Multi-Tool Deconstruct 2. Но вполне возможно, он будет переведен как микрочип разборка 2. Он требует микрочип разборка плюс 2 капсулы с азотом. Что такое капсула с азотом? Капсула с азотом будет генерироваться здесь, в экстракторе газа. Но будет генерироваться, как я понял, довольно редко. И только после достижения этапа атмосфера, пригодная для дыхания. Это что касается способа по разбору серверов. Притом эти сервера зачастую будут находиться, как я понял, за вот этими секретными дверями, которые требуются, ну, открытие которых требует вот этот элемент. Термоядерный энергетический элемент. Значит, второй способ – это самому изготовить микросхемы. Открывается чертеж при 140 гигатей, то есть почти в 2 раза больше нужен индекс. Появляется чертеж здесь, на продвинутой станции сборки. Требуются в основном простые элементы и опять же вот эта капсула с азотом. В общем, собрали мы необходимое количество микросхем. Можно устанавливать станцию для дронов. Вот так выглядит станция для дронов. Это стол с 2 экранами. На первом экране у нас открывается возможность производства дронов. Вот мы их производим. Они появляются вот здесь. Это их, как я понимаю, база. Вот мы можем взять дронов. Сейчас нет для них никакой работы, и они просто полетят на базу. Все, у них никаких занятий нет. Посмотреть их в деле мне еще не довелось. Я вот имею автокрафтер. Вот я его настроил на производство иридиевых стержней. Вот, и поблизости иридия нет. И он стержень сделать не может. Ну, я вот положил в контейнер 9 штучек. Он, ну, дроны не хотят сходить в шкаф забрать эти ресурсы и загрузить автокрафтер.
Это для них не та задача, над которой они должны работать. Я их вот так высыпал, тоже не работает. То есть они должны помогать с какими-то другими задачами, но не с автокрафтером. А, так, давайте их выкинем. Вот они летят, вот он Иридий, вот автокрафтер, но работа стоит. А теперь давайте перейдем к новым объектам, связанным с рыбами. Итак, производство рыб начинается с такого объекта, как Water Life Collector. Собиратель планктона. Наверное, будет так переведено. Он открывается при достижении индекса по кислороду в 155 ppm. Это не так мало. Значит, как он выглядит? Выглядит он вот таким образом. Устанавливается на поверхность воды. Здесь вот такой вот, я не знаю, чулок из шелка. Значит, что он требует, его производство? Два самородка биопластика, суперсплав и три единицы шелка. Устанавливается вот такая штука, и она будет собирать планктон. Фитопланктон. У меня стоят вот эти вот собиратели фитопланктона только в этом озере. И у меня собирается планктон только 1,2. Может быть, в других озерах будет по-другому. Не знаю, еще не тестировал. Но вот только первые два типа. Так, надо попить. Попили, теперь можно и поесть. Значит, что делается с планктоном? Планктон превращается в икру. Мы идем вот сюда. И вот здесь будут постепенно появляться чертежи различных икринок, различных рыб. Значит, что требуется? Требуется удобрение, фитопланктон и мутаген 3. Мутаген 3 делается в биолаборатории. И требуется просто образец бактерии сера. И опять же требуется капсула с азотом. Значит, сделали мутаген 3, собрали фитопланктон, сделали рыбок. Ну, добавили удобрения, все, загрузили инкубатор, получились рыбки. Получилась икра. Теперь с этой икрой мы, значит, икру можно прибить на деревянной доске. То есть нам дали еще возможность устанавливать. Называется fish displayer. Значит, делаются из коры дерева. Значит, вот такие вот fish displayer. Можно их поставить и приколоть туда икру. То есть вот здесь везде икра. Вот икра, икра, икра. Значит, когда у нас уже икра есть, мы закидываем икру в фермы, рыбьи фермы. В общем, одна тут всего секция, мы закидываем икринку, и вот такие вот рыбки плавают. Ну, рыбки-то разные плавают, это вот у меня самый первый тип, красненькие. Вот, ну, нарисованы неплохо, мне нравится. Значит, есть какие-то баганутые рыбки. Вот покажу рыбку, по-моему, седьмого типа. Так, рыбка седьмого типа. Так, приколим ее сейчас. А она, видите, бьется. Живую рыбку прикололи. Вообще супер негуманно. Давайте обратно. Это что касается основных объектов. Значит, если говорить про эту ферму, так, где она у нас открывается? Она у нас открывается также при 140 гигатиай. Доступ к рыбьей ферме. В общем, не нужно никаких петатиаев, чтобы уже заниматься и рыбами, и насекомыми, вообще всем. Давайте слетаем на космический корабль. Значит, разработчики нам говорят, что улучшился лут в космических кораблях. Я уже куда-то слетал, посмотрел. Вот, лут хороший. Вот, и посмотрим сервера. Сколько в серверах будет микросхем.
Так, а я забыл, куда здесь? Вот сюда, да? Так. Ага, все, здесь уже установлено, по-моему. Вот, и здесь открывается. А вот, вот сервера как выглядят. Вот они, сервера. Так, мы устанавливаем, вот у меня мощный этот разбиратель. И сколько, сколько, сколько? Один! Одна микросхема всего. А это вот лут такой. Ну, как сказать... Ну, микросхема. Микросхема это неплохо. Ну, в принципе, пульсирующий кварц. Хорошо. А вот второй сервак. Так, а здесь у нас что? Здесь я уже, наверное, все забрал. Ну, в общем, надо походить, посмотреть. Может быть, где-то и не только за секретными дверьми. Вот, кстати, смотри, здесь тоже что-то лежит. Так, давайте посмотрим еще, нет ли каких-то новых чертежей. Чего-то я не задавался этим вопросом. Так, а здесь нет ничего интересного. Здесь водичка есть. Надо водичку забрать. Поесть и попить. Так, нам не сюда. Разработчики, как я понимаю, не планируют добавлять никаких новых локаций, но сейчас ведут работу над обновлением биома водопад. Также они работают над оптимизацией, потому что появились рыбы и стала более как бы высокая нагрузка на железо. Серьезно, более высокая. Так, давайте посмотрим, а есть ли какие-то чертежи тут, что-то доступно нам. Где нам посмотреть-то? У меня, к сожалению, ага. Ну, сейчас посмотрим, так, фонарь, тут что-то еще вообще есть. Просто я играю... ту версию, где у меня вообще ничего не было. Так, сапоги 3. Т4. Это все старье. Витрина, это все было уже миллиард лет назад. Так, это тоже было. Вот, мутаген 3, получается, через вот эту штуку. И мультитул деконстракт, получается, все. В общем, будем потихоньку изучать, где взять вот этот вот фитопланктон. Вот видите, требуется вот рыбки, например, 8, 7, 8, 9, фитопланктон 4. А вот рыбка 4 и 5 требуется фитопланктон 3. В общем, надо изучать, где находятся фитопланктоны и как работают дроны. Но первый взгляд неплохо, неплохо. Играть можно, надо посмотреть, как вообще это все в динамике. Может быть, игра прям более динамичная, если все это открывается там при гигатиаях, то есть и там насекомые у тебя, то тут прямо не останавливаешься. То есть если более ранних версиях, чтобы дойти до петатиай, ты просто делал какую-то рутину, связанную с ракетами, то сейчас ты, наверное, будешь больше занят все-таки насекомыми, ну, разнообразными задачами. Мне это нравится, что сделано. Ну и посмотрим, что они сделают с локацией водопад. Как так? Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. Ну и до встречи в следующих сериях. Всем пока.